Здравия желаю, пацаны! Хочу поздравить вас от лица киберспорта с наступающим Новым годом, пожелать вам максимально много счастья, максимально много улыбок, здоровья вам, здоровья вашим родителям, близким, как можно больше позитивных эмоций, найти свою любовь, жестко ебать в киберспорте, ну и всего вообще всего самого-самого вам, пацаны, лучшего. И в честь, так сказать, последнего дня Нового года я решил провести игру с подписчиками один на один. Да, это последняя игра с подписчиками в этом году, но, пацаны, в следующем году их будет дохуя, пацаны, это я вам зуб даю, ей-богу, бля. Вот, правила все те же, парни. Человек, который побеждает меня, получает 500 рублей. Человек, который проебывает, не получает ничего. Все просто, играем в боксфайты. А, и кстати, да, парни, хотелось поблагодарить. До Нового года я набрал 100 тысяч подписчиков. Я искренне просто всем сердцем говорю вам спасибо. Если бы не вы, пацаны, ничего бы не было. Приятного просмотра. Так, ну что, пацаны, начнем. Я сделал сторис в инстаграме, в которой сказал, что вам надо создать комнаты в дискорде из Fortnite. Я буду на рандом просто заходить, выбирать кого-то, естественно. Ко всем я не могу зайти, у меня просто даже чисто физически времени не хватит. Как мы уже видим, вот комнаты. Бустер, жду тебя. Одно из условий было, парни, это не быть в комнате вдвоем. То есть нужен был всего один человек в комнате. Поехали. Алло, Кризликс. Здорово. Здорово, ничего себе у тебя микрофон, блин. Ну что, погнали, так сказать, предновогоднюю каточку, чтобы один на один бахнем боксфайты. Не верю. Ну, братик, мечты сбываются. Хо-хо-хо-хо! Полковник Бустеренко, блядь. И большой, сука, мужичный Санта, блядь. Короче, если выиграешь, получаешь 500 рублей. Не выиграешь, не получаешь нихуя. Ага. Давно рубишь? С зимы. Да. Прошлого года. Зимы. А, ну годик, короче. Ну, нормально. Да-да-да. Так, я ставлю карту на мою специально с щитами, где у меня хп будет в 3 раза больше, чем у тебя. Еби, как в последний раз, блядь. За 500, за 500 рублей просто загрызи меня, нахуй. Бля, не повезло, ты забрал подпасы, нахуй. Ебать! А, я сцену забыл сменить, думаю, хуй так лагает, сейчас, подожди секунду. Чувствую, это, блядь, будет просто благотворительный видос, блядь, просто буду всем деньги раздавать. Меня каждый отъебет в сыр, блядь. А, нет, блядь. Опа, захавал, бля, Кризликс она. Бра, знаешь, как БДСМ расшифруется? Не хочу знать. Будьте добрее с матерью. А, так ладно. Бля, нихуя ты мне жопу порвал, я ебу, блядь. Руки-то трусят. Блядь, ну у меня, конечно, не трусит, но я просто посасываю, так сказать, предновогодний посос устраиваю. Один-один. Сейчас я тебя на свой мамонтский бивень насажу, так сказать. Бля. Ебать, погоня капитальная. Ой, блядь. Ой, блядь! Ух. Блядь, 2-1, ебаный сыр, бля, ебучий сырочек, бля, ебучий пармезан, ну ладно, ничего, ничего, сейчас, сейчас я ворвусь, сейчас я, блядь, соберусь, там вообще моя первая игра, я даже вчера за комп не садился. Хоть бы не 200 по мне. Ну, блядь, как так, ебаный свет, блядь! Так, отлично. Так, в пизду, ну. Ёбаный рот, наебать ты потный, блядь. У меня же подмышки уже, нахуй, плесенью покрылись. О, блядь, ёбаный рот, блядь, пиздец, нахуй. Ладно, брат, я тебя поздравляю с победкой. И можешь передать какой-нибудь приветики и пожелать пацанам, которые будут этот ролик смотреть, что-нибудь там на Новый год, так сказать. Передаю всем своим друзьям привет. И, ребята, цените мать, честно. Бля, красиво сказал, брат. Вот, знаешь, вроде коротко, как бы, но красиво. Спасибо тебе большое за игру. Давай, все, счастливо, давай, я полетел дальше. Давай. Так, пацаны, ну первый, как бы, киберспортсмен меня выебал, бля. Но вы что думали? Меня пацаны смотрят только максимально, сука, киберспортивные. Давайте зайдем к Скипу. У него как бы написано, что он находится в кондициях, да, но... Одну секунду, сейчас рыгну. У, бля, извиняюсь, ребят, гастрит, бля, предновогоднее, так сказать, обострение такое небольшое. Опа, а к Скипу челик залетает, слышишь, бля? Тогда мы заходим к Зодиаку. Алло, ебучий сыр, блядь, на связи? Да. Братик, хочу как бы вызвать тебя на предновогодний забив, играем до 3 на 500 рублей. Боксфаксер. Да, боксфаксы, блядь, ну бубсфайты, блядь. Я нормальный, кстати, кланте хоть. Спасибо, брат, это будьте добрее с матерью, блядь. Это как бы не то, что, знаешь, думает этот испорченный мозг, блядь, подростковый там или уже взрослый, блядь, там, значит, это то, что... Залезай там попку, блядь, или ребёшками, или трахай. Нет, это БДСМ, это будьте добрее с матерью. Ты сколько играл, играешь вообще в эту игру, в эту, ну, прискорбную? Ну, полтора года. Блять, еще один задрот, сука, блять, зашли любители халявы, хотят полковника ограбить. Ебать, меня лагает, блядь.
Бля, ебать, зависло, бля. Бля, ты где вообще нахуй? Уааа! Бля, что это тема, блядь? Это читы, блядь. Я вообще провалился, блядь. Бля, пространственно-временной континуум. Ну ладно, 1-0, так сказать. Просто по пятишке всем скину. Меня вообще каждый ебет. Не, ну я рад, что меня такие киберспортики смотрят конкретные. Бля, ебать, зависло, ну. Фух, да, блядь, чувствую, блядь, от каждого пацана я буду уходить с полными щеками спермы, блядь. Ну, блядь, поздравляю тебя с самыми легкими 500 рублями в твоей жизни, братан. Вот, короче, можешь передать кому-нибудь приветики и пожелать пацанам, которые будут смотреть этот ролик, что-нибудь тепленькое, прекрасное, блядь. Душу согревающее. Хочу передать своему другу Кириллу, зависимому наркоману, чтобы он бросал... Какому зависимому? Бля, братан, давай бредные привычки бросай, Кирюха, ебаный свет, блядь. Кирюха, ребят, пожалуйста, занимайся больше спортом, бросай свои наркотики и становись нормальным пацаном. Тебе желаю... Согласен, спорт, согласен. Хорошего, цени маму. Согласен, братан, блядь. Цени свое здоровье, блядь. Береги родителей, блядь. Красиво сказал, братан. А пацанам, зрителям, что хочешь пожелать? Зрителям пожелаю проводить больше времени с родными и никогда с ними не ссориться. Бля, ебать, слышь, красиво сказанул. Опять, вы знаешь, прошлый пацан, с кем я тоже играл, он так коротко сказал. Ну, блядь, знаешь, он прям вот чисто прям в цель, прям в мишень. Коротко, но все ясно. Спасибо тебе большое за игру. Я тебя поздравляю лично с наступающим годом. Желаю тебе всего самого хорошего, самого светлого. Давай, братик, все, спасибо тебе с наступающим еще раз. Давай, сделаем. Красиво сказал, нихуя не понял, блядь, ну звучит пиздато, блядь. Ну что, пацаны, очередной киберспортсмен попался, весь ротик в сперме, за оба щеки меня набрызгал, блядь, к сожалению, как бы мне это было неприятно признавать. Погнали к третьему пацану, залетим, посмотрим, как он ебет, что у него вообще как бы в арсенале заложено. Все, 20-й год, давайте, какая у нас 20-я буква в алфавите. И на эту букву выберем чувака. Так, 20-я буква, это буква Т. На букву Т у нас кто-нибудь сидит сейчас в Дискорде? Никого. Ну, поебать тогда, слышишь? Олег, синерит, блядь. Полковник Бастеренко беспокоит, боевая единица. Руки трусит просто. Руки трусит? Ходуном ходит? Хочешь, рыгни по мне, при мне это помогает? Я всегда рыгаю, когда волнуюсь, блядь. Ладно, вся верить. Бля, ебать, ты мне пачку откусил сходу, я что-то не ожидал такого расклада, блядь. Опа, я тебе в ответочку, слышишь? Опа! Опа! Давай, давай, брат, соберись, блядь. Базару ноль, слышишь, братан, блядь? Оп-оп-оп-оп-оп, кондиция, ебать. Ой, бля, ебаный сыр, блядь. Бля, меня вообще все ебут, бля. Просто меня вообще все тупо. Ну не, ну игра у меня лагает, конечно. Слышь, врать не стану. Ох ты, бля, ебать. Не, выстрелил у тебя метки, базар ноль. Решающий раунд. Который решит, как бы, судьбу твоего кошелька. Потолстеет он на 500 рублей или нет, бля. У тебя есть шанс просто отхуярить меня в ноль, бля. Ебать, я что-то на агрессии, слышно, тебя напал. Ну тут я уже пиздец разогрелся, меня уже тут не остановить. У меня уже даже лаги, блядь, не останавливают. Ты, к сожалению, не урываешь 500 рублей, но, блин. Я тебя поздравляю, СНГ, с наступающим. Всего тебе самого хорошего, здоровья маме, тебе тоже. А кому-нибудь можешь приветики передать? Передаю привет своему брату. По кайфу, Ренат, тебя с тоже с наступающим. Или, возможно, когда ты смотришь этот ролик уже с наступившим. Все тебе самого тоже хорошего. Давай, удачи тебе, процветания в киберспорте. Тебя тоже, давай, братан. Провел я третий боксфайт. Сейчас, наверное, делаю решающий четвертый боксфайт. Посмотрим, как бы, кто сейчас нам попадется. Выберем себе достойного оппонента. Честно говорю, я свои клешни уже разогрел, бля, и готов ебать налево-направо. Алло, Эрик, шки, бля. Алло! Бустер! Я вообще в аху, как ты ко мне зашел? Новый год, время чудес, как говорится. Я здесь выиграл, я просто зачу на всю хату, чтобы поймал у меня время. Просто уже 22:15. Просто всю хату. Слушай, я сейчас тоже, блядь, небольшие кондиции поднабрал, я тебе серьезно говорю. Я уже, блядь, трем челам въебал нахуй. Да там, блядь, трем пацанам просто отсосал уже, блядь. Хуй знает, блядь. Хопа, блядь, я сразу с агрессии начинаю, блядь. Оп-оп-оп. Ой, блядь!
Ебать, у меня лагает, блядь. Тоже лагает. Ой, бля! Да! Ой, бля! Ебать мой ротик, блядь! Ну чё за хуйня, бля? Ебать глюки ебаные, бля! Да, да, да. Ну а ты чё хотел, бля? Ну это пиздец, бля! Ну, блядь! Ну это пиздец, блядь! Приколись, тут я же пиздец, я тебя застраиваю, нахуй там редачу хуячу, блядь! Да, я просто не могу... Вот по факту ты просто лучше, игра выбирает... Но пятнишка твоя, блядь! Бля, это пиздец, у меня вообще, я вообще не могу попасть, у меня руки так трясутся, у меня возможно какая-то болезнь, блядь! Вроде просто делать. Да, блядь! Бля, вот если бы ты мне сейчас дал бы 200, я бы нахуй просто обосрался. Так, ладно, спасибо тебе большое за игру, брат. Так, ладно, брат, поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Кидай свой киви кошелек, блядь. Сука, ограбили меня нахуй все. А этот, и самое главное, передавай приветики кому-нибудь. И короче, пожелай что-нибудь пацанам, маме, которые папе. Смотрят. Ребят, просто, с Новым годом вас. С новым счастьем. Я живу в Вачинске, у меня минус 30, я кайфую. Пинг 60, забрал первые призовые. Ну что, парни, вы все сами видели. Поколение, блядь, киберспортсменов растет просто. Ученики как бы превосходят. Блять, ну короче, круче становится, чем учителя, блять, сложное слово у них. Вот, еще раз, ребята, всех поздравляю, как бы, с наступающим Новым годом. Обязательно бахните лайкусер на это видео, это просто необходимость максимальная. Спасибо пацанам, которые оперативненько залетели в Дискорд, посоздавали комнаты. Обязательно еще раз, вот, ставьте лайк, в смысле, не еще раз, а просто один лайк. То есть, если два раза нажмете, то будет лайк уберется, а один лайк ставьте, чтобы пальчик наверх был, как бы. Вот, и если хотите, чтобы я как можно чаще проводил эту прекрасную рубрику. Все, пацаны, всех с наступающим, уже, блядь, в десятый раз говорю. Пока. Динго-бэл, динго-бэл, динго-бэл.